Дорогие уважаемые люди, слава Иисусу Христу! Бог и животных сотворил на радость людям, также и нас сотворил. Бог вдохнул дыхание жизни в каждого из нас. Люди согрешили против Его. И по этой причине были разорваны отношения между Богом и человеком, грех стал пропастью. И Христос, Он умер за наши с вами грехи на кресте. Пролил святую кровь, заплатил за каждого из нас. На третий день Христос воскрес. Он есть живой. Он призывает покаяться, обратиться к Нему. Если вы приедете в Иерусалим, придете в гробницу Господню, там Его нет. Он сегодня одесную Бога Отца. И Он слышит наши молитвы, когда мы обращаемся к Нему. Первую молитву, которую Бог хочет и желает услышать, это молитва покаяния. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие. Мы дарим бесплатно Слово Божие. Кто желает, может взять детские Библии. Храни вас Бог.